Мы совершили ошибку, потому что мы подумали, что у нас дети легкие, до речки не докатятся ни в коем случае. Хотела прям вот, ну, поймать ее там на лету как-то, но я уже все поняла, что это невозможно. Все, Юстина уже в воде. Чел приехал на лед на тачке и застрял. Когда будет или тепло, или промоем, не выходите, пожалуйста, берегите себя, детей своих, внуков. Сейчас все ходят как-то, он уже достаточно твердый и большой. Он тут практически до конца промерз. Пруд очень мелкий стал. А не боишься провалиться под лед? Нет. А почему? Говорят, что нельзя выходить на лед. Тебе рассказывали о таком кто-нибудь? Да. Нет, ты все мне Башка рассказывала. Ну да, вот здесь есть, как, может, там стоки какие, где-то это, вот у того берега бывает. А так нет, здесь не опасно. Я в своем детстве, когда вот первый лед только начинался, специально бегали по льду, чтобы провалиться. А вы по льду провалитесь. Это жизнь. В любое время зимой опасно выходить на лед, независимо от толщины льда. Потому что лед всегда неоднороден. В некоторых местах он позволяет, там 20-30 сантиметров, а в некоторых 5 из-за родников, которые бьют за слив от сточных вод. Лучше воспользуйтесь стационарными катками, такой каток театральный, и много у нас разнообразных катков в различных микрорайонах, и воспользуйтесь теми участками, где более безопасно, чем открытый лед.